29 марта детский сад «Кульверстукас» торжественно и весело отметил свое 40-летие. Этот пятый по счету детский сад был построен в 1983 году, а 28 марта 1984 года принял в группы своих первых воспитанников. Заведующей пятым садом была назначена Лидия Лиходедова, которая руководила им с 1983 по 1992 год. К сожалению, она не смогла прийти на торжество по случаю 40-летнего юбилея, но имя ее неоднократно звучало во время этого мероприятия. Поздравить коллектив пришли руководители самоуправления и коллеги-педагоги. Практически все сотрудники детсада «Кульверстукас» были удостоены благодарственными грамотами, которые им вручали мэр Эрландас Галагус, вице-мэр Александра Григения, директор администрации Виргиниус Андрес Букаускас, руководитель отдела просвещения, культуры, спорта и контроля за государственным языком Моника Гути. Коллектив детского сада приготовил прекрасное концертное выступление своих воспитанников. Дети пели, танцевали и показывали акробатические номера, которые были подготовлены совместно со студией Людмилы Воеводиной «Акробалансас». Юные акробаты балансировали на досках, а гостям было предложено повторять за ними танцевальные движения. Такая неожиданная музыкальная разрядка вызвала очень много положительных эмоций у всех участников праздника. Детский сад «Кульверстукас», что в переводе означает «Чебурашка», имеет свою славную историю. Любовь Кашко, которая была воспитателем с первого дня открытия детсада, поделилась об этом своими воспоминаниями. Самое яркое, наверное, впечатление от начала работы детского сада – это 28 марта 1984 года, первый день. Я вывела детей на прогулку, нянечка мне помогала. И все сотрудники детского сада, которые не заняты с детьми, были, все прилипли к окнам в музыкальном зале, в коридорах, на втором этаже. Все смотрели, дети вышли на прогулку, садик начал работать. Это такое счастье и радость. А так как мы открывались, садик строился, осень, зима, и территорию... сделать территорию было сложно, поэтому работы продолжались. Вот мы пошли с детьми по дорожкам, дорожки все были не закончены, и на верандах сидели солдаты. Они укладывали плитку еще на верандах и дорожки, и тоже на нас смотрят, улыбаются и руками машут. Дети пошли, садик начал работать. Изначально детсад «Кульверстукас» ежегодно посещали более 400 детей, так что сегодня его вспоминают тысячи бывших воспитанников, многие из которых посещали этот детсад в те годы, когда под руководством Любови Кашко в нем выполнялась оздоровительная программа. В своей работе вы запомнились очень многим тем, что в вашем саду, в единственном садике Висагенса, была оздоровительная программа. Вот расскажите, как она выполнялась, что дети делали, как проходило это закаливание? Ну, вы знаете, эта программа с 93-го года началась. Мы стали членами ассоциации оздоровительных детских садов «Свикатус Жельминелес». Во-первых, у нас были занятия по физкультуре. Немножко не такие, как они, не уроки физкультуры, а немножечко по своей методике. Потом были закаливающие процедуры. Это и бег босиком на улице, это и обливание холодной водой, это уроки дополнительные физкультуры на улице тоже. То есть главная задача была закаливание детей, чтобы дети меньше болели. Болели именно простудными заболеваниями, ОРВИ, ОРЗ всякими. И, честно говоря, нам это удавалось. Да, у вас были очень хорошие показатели. Да, по сравнению, мы же вели эту статистику, сравнивали. У нас был детский сад, который был нашим сравнением, с кем мы сравнивали. Тот, который работал по обычной методике Ажо-Люкас, и мы. И мы всегда вот эти показатели сравнивали, они у нас намного лучше были. Правда, это требовало очень огромных сил работы с родителями, потому что это надо было доказывать и объяснять, что ничего страшного в этом нет. Но воспитатели, инструктор по физкультуре, инструктор по плаванию, все это на своем
опыте показывали, сами это все делали. И к этому же было еще у нас и группа грудничков. Занятия в бассейне, в музыкальном зале и в физкультурном зале. То есть мы немножко уже готовили такую смену нашим выпускникам, которая немножечко, ну, включалась уже в эту работу. И родители, которые готовы были вкладывать вот в оздоровительную программу. К сожалению, эта оздоровительная программа была прикрыта сверху. По словам Любови Кашко, кое-кто решил, что детям нужны более мягкие тепличные условия для нахождения в детском саду. Виля Креучунини пришла работать в этот детский сад в 1994 году заместителем заведующей. Она также рассказала об оздоровительной программе, которая постепенно была свернута, и одной из причин этого стало закрытие бассейна. Виля Креучунини руководила детским садом с 2012 по 2021 год, а затем ее сменила Дануте Ремейкине, которая рассказала о сегодняшней работе детского сада «Кульверстукас». На сегодняшний день в нашем садике воспитывается 80 детей. Они занимаются разной деятельностью. Очень усиленно мы учим детей литовскому языку. Учатся дети в кружках, которые есть от Мену Академиос. Там музыка, танцы, футбол, баскетбол, лепка. Уже сегодня думаем про сентябрь, про будущее. Намерены открыть кружок литовского языка дополнительно. Тем семьям, которым очень хочется учиться еще дополнительно литовскому языку. И собираемся открыть еще кружок украинского языка, потому что у нас работают работники украинцы и посещают садик тоже дети украинцев. В детском саду «Кульверстукас», как и в других дошкольных учреждениях, созданы отличные условия для занятий детей дополнительным развитием. Педагоги Академии творчества и искусств, тренеры спортивных организаций приходят прямо в детские сады, и таким образом дополнительное развитие детей начинается с раннего возраста. Елена Скорик, которая работает заместителем директора «Кульверстукас», рассказала о том, чем это дошкольное учреждение отличается от других. Как называем мы наш сад? Это детский, семейный детский сад. Есть приоритеты в том, особенно для детей, которые имеют проблемы какие-то, тяжело привыкать к учреждению другому. Наш сад маленький, и педагоги, все сотрудники знают каждого ребенка. Ребенок очень быстро адаптируется, и поэтому мы бы хотели пригласить родителей обратить внимание на наш детский сад. В этом году идет сейчас уже набор детей в детские сады. И у нас не только кружки, мы уделяем внимание кружковой работе, скажем, по изучению литовского языка, украинского языка и кружковой работе с Мяну Академией. Мы планируем открытие литовской группы. Наш детский сад с сентября месяца будет работать как русские, так и литовские иметь группы. Поэтому приглашаем родителей, приглашаем жителей, особенно нашего микрорайона, кто хочет познакомиться с нашей деятельностью. На день открытых дверей, который мы планируем провести в апреле месяце, вы увидите, как проводится деятельность с детьми. Вы познакомитесь с нашими педагогами, и я думаю, вам захочется прийти к нам. Вам захочется прийти к нам, приглашаем всех. А сегодня, естественно, у нас праздник. У нас праздник 40 лет. 40 лет – это период немаленький. Уже те дети, которые посещали детский сад, сейчас приводят к нам детей. И мы радуемся, что придя снова, они говорят, как хорошо оказаться снова в этих стенах. Поэтому спасибо, спасибо всем нашим сотрудникам, спасибо родителям, спасибо нашим детям, что мы имеем такую радость сотрудничать и быть вместе. С днем рождения, наш детский сад! К сожалению, этот юбилей прошел в достаточно узком кругу. На него не были приглашены бывшие воспитатели и другие сотрудники этого детского сада, которые, как мы знаем, с удовольствием бы пришли на торжество, а, возможно, его посетили бы и бывшие воспитанники.
но, возможно, такую встречу удастся осуществить в следующий юбилей. Желаем коллективу детского сада «Кульверстукас» успешной работы и выполнения всех намеченных планов.